мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэн. С утра сегодня в воскресенье, хочешь верь или не верь, так ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И как обычно на премьере по воскресным по утрам, а передача в мире Дэнди прямо в дом приходит к вам. А ты послушай Боба Уха и смотри во все глаза, а ты узнаешь очень много, меньше чем за полчаса. А нам в создании передачи помогает магазин, он называется Дом Дэнди, в нашем мире он один. А в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэн, в мире Дэнди. Привет, дорогие любители видеоигр, в эфире программа «Мир Дэнди». Если вы помните, то начался футбольный сезон, поэтому сегодня мы будем рассказывать про футбол, но не на футбольной площадке, не на травяном покрытии, а на компьютерных приставках, на всех, начиная от Dendy и заканчивая Panasonic 3DO. Итак, начали! Dendy. Новая реальность. Итак, первый мяч в ворота старушки Dendy. Первая игра называется «Soccer». Именно так называют европейский футбол в Америке. Сделана эта игра была в 1985 году в фирме Nintendo и является первой футбольной игрой на Dendy. Медленные движения, маленькие игроки, большой мяч, количество игроков уменьшено. Конечно, в первых играх нельзя было все предусмотреть. А вот новая футбольная соревновательная игра в формате Dendy. Она, как мне кажется, является одной из самых лучших футболов на Dendy. Хорошая музыка, развернутый вид поля, большой выбор сборных команд, возможность сразиться за кубок. И что мне очень нравится, присутствует система паролей. Все правила в ней учтены, и она по праву может считаться хорошей игрой. А теперь от футбола дэндиского мы переходим к футболу на приставке Sega, который пережил очень большие изменения. Как, например, одним из прародителей сеговского футбола был Кубок мира Италия 90. Несмотря на свой вид сверху, эта игра до сих пор имеет своих заядлых поклонников. Как я уже говорил, эта игра имеет вид сверху, но это ни капельки не ухудшает ее. Футбол как футбол. Даже гол можно забить одним игроком, просто пробежать по полю без трудностей, обводя соперника, а потом уже выбрав любую точку ворот, забить его. Также в начале игры вы можете выбрать определенных игроков для игры и даже вратаря. В игре мало действующих стран, так что ее можно пройти за каких-то полтора часа. А это уже Кубок мира по футболу 92. Игра имеет хоть и скудное, но все же трехмерное изображение, что намного улучшает ее качество. Гол в этой игре можно забить как ногой, так и головой, но для настоящих фанатов не составит труда научиться забивать гол и через спину. Всего 24 страны оспаривают звание чемпиона. Выбрав себе страну по вкусу, вам не составит труда завоевать кубок. А сейчас я расскажу об одном из самых лучших футболов на приставке Sega. Называется он Head on Soccer Fever Pitch. Название его я не разобрался, но игра мне очень понравилась. Эта игра уже имеет 100% трехмерное изображение. Вместо рисованных игроков на площадке находятся объемные персонажи. Даже при беге игрока заметно колебание его формы. Ради смеха вратарь может забить гол в свои ворота или выбить его в любую точку поля. Усложняется прохождение игры. Здесь не 24 команды, как в прошлой игре, а гораздо больше, 30 или 40. И хочу заметить об очень интересном моменте в игре. Если вам не нравится играть друг против друга, то можно играть одновременно за одну команду. И таким образом даже пройти игру. Thank you.
А это элита компьютерных игр, Panasonic 3DO. И элита футбольных игр, FIFA Soccer. Ничего лучше я на свете не знаю. Посудите сами, прекрасная пластика движений, возможность выбора огромного количества сборных команд, положение точки вида на футбольное поле, манипуляция с видеокамеры, просмотр интересных и спорных ситуаций, свобода игроков. Отбивать мяч можно не только ногой, но и грудью, головой, ударять с переворота, учитывать статистику игры, устанавливать время игры, сражаться за кубок, возможность участвовать в игре одновременно 6 игроками. Секретные пароли. Вы сейчас видите, как я превратил всех игроков в терминаторов, дал им огромный мяч, убивающий при соприкосновении всех, находящихся вблизи игроков. Можно увеличить размер активного игрока до размера дяди Стопа. И что мне очень нравится, в перерывах между матчами вы увидите великие моменты в истории мирового футбола, как, например, сейчас. Возможности этой приставки не ограничены. Мальчик, ты чего плачешь? Мне сказали, что где-то здесь находится магазин Дон Дэнди, а я его не могу найти. Вон, видишь кинотеатр «Октябрь»? А вот улица Богдана Хмельницкого. А вот и магазин «Дон Дэнди». А у вас приставки есть? Ха. А джойстики? А картриджи? В нашем магазине есть все. Магазин электронных развлечений «Дом Дэнди». Улица Богдана Хмельницкого, 33-37. Работаем с 10 до 19, в воскресенье с 10 до 18 часов. Очень часто, заглянув в «Дом Дэнди» или в один из его филиалов, в «Маяке» или в «Детском мире», наши сограждане задают один и тот же вопрос – что это такое? Я не буду объяснять еще раз, что это такое, а просто предлагаю посмотреть фрагмент одной из наших прошлых передач. Я думаю, не каждый из вас знает, что это такое. Одни скажут «клавиатура», другие – «персональный компьютер». И те, и другие будут частично правы. Это обучающий игровой компьютер китайского производства фирмы Сюбор. В комплекте к нему входит обучающий картридж, в который вставлено множество функций. Сейчас мы и обратимся к ним. Первое, что бросается в глаза – надпись на русском языке. Совершенно верно, это полностью русифицированный компьютер. Итак, первая возможность – тренажер клавиатуры. Он позволит вам изучить клавиатуру и печатать с большой скоростью вслепую. Второе – занимательное печатание. Вот здесь вам уже надо применить навыки, полученные в предыдущем пункте. Пока падает буква, нужно успеть нажать ее. Третий пункт – музыка и песни. Ну, с этим все ясно. Включил мелодию и слушаешь ее. Четвертое – редактирование. Это текстовый редактор на русском и английском языках. Особо отмечу, что к компьютеру можно подключить принтер. Он и позволит вам распечатать набранный документ. Пятое – вычисление. Это просто листок бумаги, на котором вы должны записывать примеры. Но для начала решить их самим на бумаге, а затем только нажать клавишу «равно». Так написано в описании к компьютеру. Шестой и седьмой пункт – самые важные в этом картридже, как я считаю. Они дают вам возможность обучиться языку программирования Basic. Один из его разновидностей позволит вам создать мультфильм про Марио или написать игру. А другой дает вам возможность заняться математическими вычислениями. Функции синуса, косинуса и другие заложены в нем специально для этого. Кроме огромного толстого описания на русском языке, в комплекте вы найдете два джойстика. Но вы и сами знаете, что делать с ними.
Сунув в отверстие обычный картридж для Денди, вы начнете игру. В принципе, это игровая приставка и персональный компьютер в одном. Что может быть лучше одного Сюбора? Два Сюбора. Совершенная игровая система Супер Нинтендо. Некоторые из вас не увидели в этой передаче FIFA Soccer 96 на Sega Super Nintendo. Я объясню. Выйдет специальная передача, посвященная самым новейшим спортивным играм. А сейчас всеми любимая рубрика Help. На Sega сегодня вы узнаете секрет в Holyfield Boxing, а на Super Nintendo в игре Batman и Robin. Также я не обойду стороной ярых поклонников Mortal Kombat 3 на Sega и Killer Instinct на Super Nintendo. В игре Holyfield Boxing, начиная игру на прохождение, наберите имя The Beast – зверь. Затем нажимайте на старт. Ваши данные будут в 100% норме. Игру можно пройти очень быстро. В игре Mortal Kombat 3 существует также пятая строка. Для ее включения на надписи «Старт» наберите «А, С, вверх, Б, вверх, Б, А, вниз». Здесь вы сможете послушать звуки в игре, поставить 95 Continue и, что вам больше всего нравится, узнать что-то новенькое о героях. Если вы в игре Batman & Robin дошли до 7 уровня, то ответ на первую загадку загадочника – это дуга, а на вторую – аж Б. А теперь секрет для Killer Instinct. Во время игры выберите Синдера, и во время показа игроков перед боем наберите комбинацию. Зажать вправо, левый shift, правый shift, X, B, Y, A. И если вы услышите клич Idol, то вы сможете драться им. А теперь настало время подвести итоги уже 10-й викторины. Сегодня у нас всего 3 претендента. Это Смирнов Слава, Карцев Денис и Сурин Юрий. Кто же из них выиграет, это мы сейчас и решим таким допотопным способом. Выиграл Сурик Юрий, с чем тебя я и поздравляю, и предлагаю прийти сегодня в Дом Дэнди для вручения приза. Геймбой всегда с тобой. А теперь супер новость для тех, кто выиграл во всех наших викторинах. Для вас будет проведена специальная супер игра. Чтобы вам в ней поучаствовать, вам всего лишь нужно прийти на этот чемпионат ДК моряков в среду.